Относительно недавно в Центре цифрового искусства Artplay Media в Казани стартовала выставка о знаменитом австрийском художнике Густаве Климте. Живописец является одним из самых ярких представителей венского модерна, и его картины не теряют популярности по сей день. Арт-пространство представляет собой мультимедийную площадку с просторной комнатой, где люди могут увидеть картины и работы современных авторов, работающих в формате диджитал-творчества. Центр Artplay Media представляет мультимедийные выставки уникального формата с углом обзора 360 градусов. Данный формат позволяет погрузиться в мир чувственных образов, созданных художниками. При этом вот это вот визуальное восприятие, оно еще усиливается и звуком. Программа выставки предлагает не только изображение известных работ художника, но и звуковое сопровождение, которое включает в себя мелодичные композиции и рассказ о художнике и его становлении. Изначально картины Климта имели небольшую популярность, и художник воспринимался обществом несерьезно. Но к нашему времени знаменитую работу «Поцелуй» узнал весь мир, и ее реплики можно увидеть в квартирах, офисах и других пространствах. Пожалуй, сложно найти человека, который бы не видел произведения на просторах социальных сетей. Но вот эта вот выставка, она как раз позволяет увидеть более 400 картин, собранных вот здесь вот в одном месте в мультимедийном формате. Эта мультимедийная сама выставка рассказывает о творческом пути художника. То есть сначала зритель видит его работы в Вене, когда он был молодым художником. Биография художника наполнена тяжелыми событиями, взлетами и падениями. Например, Густав почти одновременно пережил смерть отца и брата. Горестный творческий кризис нахлынул на Климта стремительно. Помимо этого, Венский университет отрицал его работы и считал их слишком модернистскими. Как и многие великие художники, Густав Климт опередил время и получил признание только после смерти. Помимо выставок о Густаве Климте, в пространстве можно узнать историю Фриды Кало и увидеть своими глазами проекции, посвященные известным авторам. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз.